Добрый вечер и добрый день, уважаемые слушатели, зрители культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем онлайн-кружок «Динозавры» не только с Ярославом Поповым. Ярослав Александрович, прошу вас. Да, спасибо большое. Всем доброго времени суток, скажем так, потому что я так подозреваю, что смотрят нас из разных точек России, а может быть и не только. Сегодня я хотел вам рассказать о змеях. Ну, я думаю, что вы уже догадались об этом хотя бы по названию моей сегодняшней презентации. «Ошеломительная эволюция змей». Конечно же, для того, чтобы разобраться в эволюционных процессах, которые сформировали очень эту необычную группу позвоночных, нам придется немножко вспомнить и о том, что из себя представляют современные змеи. Ну и, разумеется, мы совершим некое путешествие в прошлое для того, чтобы увидеть, как первая змея стала змеей. Но давайте уже и начнем. И начнем мы, пожалуй, что с такой вот преамбулы. Ну, можно сказать, даже предисловия. Две пары ног полезны многим, а тут поел и на покой. Удаву скучно быть безногим, но он с рождения такой. Не стукнуть озимь крепкой лапой, не увидать далеких стран. Когда удавы мамы с папой, то сын, конечно, не джеран. Вползет тихонько на коряге, свернется в узкое кольцо. И нет ладоней у бедняги, чтоб подпереть ему лицо. Да, вот видите, какая печальная судьба у змей. Действительно, у удавов, и не только у удавов, вообще у всех змей полностью отсутствуют конечности. Вот в этом плане как раз удавообразные, они хоть какие-то маленькие остатки от ног имеют. Удавы, питоны, мы это сейчас тоже увидим. Ну и в принципе, если учесть, что мы знаем, что у предков змеиноги были, то очень странно и непонятно, почему, собственно, животные отказались от, казалось бы, действительно такой полезной вещи, как лапы, которыми можно там и стукнуть крепкой лапой озимь, и можно быстро пробежаться, как джейран. Но вот от всего этого пришлось отказаться для того, чтобы стать вот таким вот длинным странным шнурком. Непонятно. Но давайте посмотрим, что же вообще хорошего в том, чтобы быть змеей. Что плохого, мы уже выяснили. Но на самом деле хорошего тоже, знаете ли, хватает. Если мы посмотрим на современных змей, которые, ну, как мы выяснили, устроены, ну, так вроде довольно-таки просто. Ну, такое червеобразное тело, да, спереди голова, там, органы чувств, зубки, ну, и, собственно, все. То есть, вроде бы, предельная простота, но, несмотря на это, они занимают самые разные экологические ниши. Среди змей есть древолазающие формы. Среди змей есть морские формы, среди змей есть роющие формы. Конечно же, есть огромное многообразие змей, которые обитают в пустыне. И, ну, в качестве такого апофеоза есть змеи, которые научились даже планировать. Причем на достаточно приличное расстояние, если не ошибаюсь, чуть ли не до 20 метров. Казалось бы, ну, как это вообще возможно? Но, как видите, даже такая странная форма тела дает некоторые преимущества. И настолько змеи имеют преимущество, что сейчас они расселились по всем континентам, за исключением, конечно же, Антарктиды. Но здесь проблема не в змееобразной форме тела, а, как вы, наверное, догадываетесь, в их хладнокровности. И, кроме того, при таком обширном ареале змеи насчитывают и немаленькую численность, и даже очень нескромное такое многообразие. 3700 видов современных змей. Это не шутки. Что еще можно сказать интересного? Ну, то, что змеи, помимо большой географии, помимо разных экологических ниш, имеют совершенно разные размеры. Самая крупная змея, это сетчатый питон, достигает длины в 6 метров. Такая змея была зарегистрирована. Ну, а в свою очередь, самая маленькая змея, тетрахейластома, имеет длину всего лишь 10 сантиметров.
Но давайте же посмотрим, как устроены эти самые удивительные животные и благодаря чему они без ног умудрились достигнуть такого невероятного успеха. На самом деле, конечно же, когда змея стала змеей, она переделала в себе вот, ну, практически все, чего только смогла. И в том числе даже пришлось ей переместить некоторые внутренние органы. Ну, потому что, понятное дело, когда ты становишься крайне узким и длинным, тебе надо как-то вот во все это тонкое и вытянутое пространство уместить желудок, кишечник, сердце, легкие и многие другие вещи, без которых, ну, просто-напросто выжить будет невозможно. А, ну, с желудком, кишечником, пищеводом проблем никаких. Они в змее размещаются вдоль всей змеи. И, в общем-то, здесь никаких сюрпризов. А, с некоторыми органами пришлось как-то повозиться, чтобы они хоть как-то уместились. Например, сместить их. Ну, скажем, посмотрите на змеиные почки, да, то есть они вроде как есть, их вроде как две штуки, но они стали очень длинными, такими же, как сама змея, и к тому же еще и расположены нечетко друг напротив друга, как положено располагаться почкам у всех уважающих себя животных, а вот с небольшим смещением. Вначале одна почка, потом другая. А больше всего, честно говоря, досталось легким. У подавляющего большинства змей развита только правая легкая. Вот как раз здесь мы это видим на этой картинке. Есть, правда, исключения, и это, опять же, удавы. У них развито одинаково два легких, а у большинства вот только одно длинное-длинное легкое. А от второго практически ничего и не осталось. При этом змеи не только чего-то потеряли, чего-то потеснили, чего-то приплющили, чего-то растянули. Они еще и приобрели некоторые, я бы даже сказал, такие суперспособности, которыми не могут похвастаться практически никакие другие животные, а некоторыми, наверное, вообще никак, никто, кроме змей. А, во-первых, невероятный кинетический череп, то есть змея может очень здорово раздвигать челюсти, мы это сейчас посмотрим. Ну, во-вторых, собственно, яд, это, я думаю, очевидно. Змея не моргает. Наверняка вы тоже слышали про этот факт. Ну и, может быть, он бы вас не очень-то сильно удивил, если бы не тот факт, что, в общем-то, все другие пресмыкающиеся прекрасно моргают. То есть это не особенность, допустим, в принципе, всех чешуйчатых. Это конкретно змеи вот так вот сильно изменились. Змея может не только ползти, извиваясь из стороны в стороны, ну, как, например, могут и некоторые другие существа, которые тоже приобрели червеобразное такое форму тела, ну, скажем, веретенницы. А змея, в отличие от всех этих ребят, научилась даже ходить на ребрах. Это тоже суперспособность именно змеи. А благодаря своей холоднокровности змее много еды не надо. Поэтому, когда змея хорошо так плотно покушает, особенно если она съест действительно большую пищу, но она может спокойно, ну, неделю, а то и полторы не есть. Понятное дело, для теплокровных животных это было бы просто нереально. Вот тут пару-тройку часов не покушаешь, и уже думаешь, где бы какой-нибудь бутербродик раздобыть. Ну и еще одна суперспособность, которая есть у большинства змей, это тепловая чувствительность. Но об этом мы тоже поговорим чуть-чуть поподробнее. Это прям интересный момент. Но начнем более подробный разбор кинетизма черепа. А кинетизм, ну, выражаясь простым языком, это подвижность. Действительно, череп змеи очень подвижный, и не в том смысле, что он может, там, не знаю, двигаться вверх, вниз, вправо, влево. Ну, как бы все, у кого есть шея, такие штуки с черепом тоже могут делать. А череп, в принципе, может перемещаться в разные точки пространства, если позвоночник его в эту точку переместит. Речь идет о самом черепе, о том, что отдельные кости черепа могут выдвигаться относительно других. Благодаря этому змея может максимально широко раскрывать свою пасть. А больше того, она может двигать не только очень широко вот так вот нижней челюстью, она может даже и верхней челюстью двигать, то есть, по сути, как бы самим черепом, действительно, приподнимая его наверх. И благодаря этой способности змеи могут поглощать объекты, которые не просто толще самой змеи, а даже больше ее пасти, больше ее головы.
буквально натягиваться на гигантские объекты, просто, можно сказать, разделив череп на части и натянуться на какой-то объект. Безусловно, эта суперспособность у змеи появилась не то чтобы от хорошей жизни, а из-за необходимости как-то питаться при отсутствии лап и когтей. Но, с другой стороны, эта способность очень даже змеям пригодилась, и, в общем-то, как мы видим, она привела к успеху. Следующая особенность – это яд. Про яд змей можно говорить, ну, наверное, бесконечно. Но, пожалуй, что скажу хотя бы самое-самое главное. Во-первых, откуда вообще берется змеиный яд? Что это вообще такое? Те, кто довольно много интересуется биологией, эволюцией, знают, что в природе никогда ничего не возникает из ниоткуда. Не бывает такого. Ну вот, например, мой любимый пример – это возникновение челюсти. Когда-то у далеких предков всех наземных позвоночных, а также всех рыб, не было челюстей. Но в какой-то момент челюсти появились. Откуда? Ну, не могли челюсти просто так взять и возникнуть. И они возникли из того, что было. Я его слепил из того, что было. Вот. И возникли они из подвесной дуги жабер. Жабры висели на косточках, и передние косточки, на которых висели жабры, преобразовались и стали челюстями. Вот примерно та же история и с ядом змей. Конечно же, у предков далеких змей не было яда. И когда он стал появляться, ему надо было тоже возникнуть вот этим ядовитым железом из каких-то желез. И они возникли из слюнных желез. Конечно же, слюнные железы есть у очень многих живых существ, ну, в том числе и у нас. И мы знаем, что слюнные железы помогают пищеварению, начинают уже пищеварение в ротовой полости. И, по всей видимости, в какой-то момент далекие предки змей, скорее всего, это были именно предки змей, а не сами змеи, они немножечко претерпели какую-то мутацию, в результате которой их слюна стала слегка ядовитой. И в результате, когда они нападали на добычу, ее кусали, эта добыча гораздо быстрее погибала, чем от укуса вот их же сверстников, только не ядовитых. И это, разумеется, оказалось супер классным преимуществом. В итоге, через несколько поколений, как обычно бывает в естественном отборе, именно эта особенность закрепилась. И появились вот такие животные со слегка ядовитой слюной. Ну и все. А дальше уже пошло-поехало. Дальше яд становился все ядовитее, ядовитее. Ну и в конце концов, вот когда мы говорим о змеях, мы знаем, что яд некоторых змей убивает буквально там за считанные минуты. Есть даже такая, например, змея семишаговая. Вот, ее так называют, потому что после укуса, после того, как эта змея укусит человека, человек успевает пройти только 7 шагов, после чего уже падает и, собственно говоря, подняться не может. Вот настолько ядовитыми бывают некоторые змеи. Следующий момент. Хотя изначально, как мы сейчас выяснили, яд возник из слюнных желез. И, конечно же, изначально яд был нужен для охоты. Но сейчас, уже в современном мире, большинство змей используют яд не столько для охоты, сколько для самообороны. Больше того, мы именно об этом можем как бы судить по поведению змей. Вы же знаете, что если там к змее подходишь, то она начинает шипеть, вот еще может быть как-то тебя пугать, ну, например, какая-нибудь кобра раскрывает капюшон, и выглядит все это крайне угрожающе. И это не шутки, она правда угрожает. Таким образом, змея показывает, что она тебя боится, но в то же время это не значит, что она сейчас сбежит, а если ты подойдешь ближе, то она пойдет в атаку и будет использовать свой яд. Конечно, просто так расходовать яд не захочется, поэтому лучше предупредить. Вот. Все это в комплексе, как правило, играет свою роль, и кто бы не пытался подойти к змее, после такой демонстрации он отступает. Ну а если не отступает, получает ядом, и, собственно говоря, другие в виде это больше к змее не подходят, потому что, скорее всего, тот, кто ядом получил, уже никакой опыт не приобретает, он после этого погибает. То есть сейчас основное применение яда – это действительно оборона.
а не атака. Ну, разумеется, не то чтобы если змея ядовитая, она будет только обороняться ядом и все. Конечно же, для атаки она тоже яд будет использовать. Но оборона первична. Ну и еще хотелось бы сказать, что из себя представляет змеиный яд. Ну, на самом деле здесь надо, во-первых, вникать в глубокую химию. На это и времени нету, и сомневаюсь, что большинство моих юных зрителей знает химию. Да и я, честно говоря, не так силен в химии, чтобы вам рассказать о конкретных змеиных ядах. Могу лишь сказать, что их много, но их бывает два типа. Нейротоксины и хемотоксины. Нейротоксины действуют на нервную систему, то есть змея кусает, и после чего наступает, допустим, там нарушение дыхания, наступает нарушение координации движения, головокружения и так далее и тому подобное. То есть что-то не то происходит с нервной системой. Ну, вплоть до гибели. Ну, а второй тип ядов – это хемотоксины. Они действуют непосредственно, соответственно, на ту часть тела, на которую змея напала. То есть в первую очередь, конечно же, начинает гибнуть ткани вокруг укуса. Потом может, например, какая-то вообще конечность полностью погибнуть, или погибнуть вообще целиком все животное. Довольно любопытно, что среди 3700 змей, которые сейчас есть, всего лишь 50 настолько ядовиты, что представляют опасность для человека. Но понятное дело, что есть змеи, которые очевидным образом ядовиты, но просто их яд слишком слабый, чтобы человеку навредить. И о них тоже, конечно же, люди знают. Но все равно долгое время складывалось такое впечатление, что все-таки яд – это какая-то способность определенных змей. То есть лишь некоторые змеи дошли до такого великого развития, что стали ядовитыми. Но сейчас провели гораздо более детальные исследования и выяснили, что в той или иной степени яд присутствует у 70% змей. То есть большинство змей ядовитые. Просто у многих змей этот яд настолько слабый, что он, ну, даже на их жертв не особо-то и действует. То есть он буквально это остаточный какой-то яд. А это нехило так намекает на предысторию змей. На то, что, скорее всего, не змеи приобрели суперспособность атаковать ядом, а, видимо, предки змей исходно были ядовитыми. Ну а змеи потом лишь развивали эту способность. Или же наоборот, теряли. Ну, в зависимости от того, на кого змеи и как охотились. Кстати, некоторые змеи вообще очень хитрым способом стали использовать свой яд. Вот вы здесь наблюдаете, например, мозамбикскую кобру. Ну, помимо мозамбикской еще есть три вида кобр, которые также делают. А эта змея плюется ядом. Это, безусловно, нужно только для устрашения. На добычу она ядом плевать не будет, она будет плевать только на какого-то потенциального обидчика. Плюет она с невероятной точностью, 90% без промаха, в общем, змея-снайпер. И яд вызывает сильнейшее жжение, ну и чаще всего целится змея в глаза. Ну и, соответственно, если она попадает в глаза, то там, как правило, дело оканчивается не только жжением, но и серьезными проблемами со зрением, вплоть до полной слепоты. Поэтому, конечно, вот к таким плюющимся змеям лучше вообще близко не подходить. Тем более, что до 2 метров они стреляют точно, а некоторые до 4 метров. Поэтому от них надо держаться вообще подальше. Ну и перейдем к еще одной суперспособности змей, которую я уже тоже обозначил, но подробно не раскрывал. Ну, пожалуй, что надо это исправить. Это тепловое зрение. Это способность змей, причем она осуществляется не глазами, а особым термочувствительным органом, то есть глаза сами по себе, а есть термочувствительный орган, благодаря которому змея видит тепло. Ну, видит она примерно так же, как человек в термодатчиках. Ну, вот так вот, как вот на этой картинке. Ну, наверное, дорогие друзья, вы догадались, что, конечно же, эта способность эффективна, если змея охотится на теплокровное животное. Высматривать рыбу или же лягушек с помощью термозрения – на редкость бессмысленное занятие, потому что они холоднокровные, они мало чем будут отличаться от окружающей среды. А вот теплокровных животных заметить будет гораздо проще. Но так уж получилось, что большинство змей охотятся как раз-таки на теплокровных животных, в том числе и на грызунов. Поэтому большинство змей приобрели эту суперспособность. Правда,
На самом деле, вместе с этой суперспособностью они кое-чего потеряли. Во многом как раз эта суперспособность компенсирует их потери. Ну, например, у змей полностью отсутствует слух, они не слышат вообще ничего, абсолютно. И у змей, собственно говоря, не очень-то хорошее зрение обычное. Ну что ж, а теперь поговорим мы с вами вот о чем. Казалось бы, потеря ног – это необычное явление. И странно, что змеи потеряли ноги, а еще было бы страннее, если бы кто-то еще так сделал. Но так делали. И неоднократно. Разные группы организмов многократно приходили к тому, чтобы отказаться от ног. Вот перед вами лишь некоторые представители. Угри, так называемые безногие амфибии или по-другому червяги, веретенницы, а также, по-моему, есть такие червеобразные ящерицы, если правильно их произношу, и, собственно, змеи. То есть совершенно разные живые организмы. Рыбы, земноводные, амфибии, но не змеи, и, собственно, змеи, все приходили к одному и тому же, к отказу от конечностей. А это говорит о том, что все-таки, несмотря на, казалось бы, бессмысленность такого процесса, видимо, какой-то глубокий смысл есть. Есть смысл потерять конечности, по крайней мере, в определенных условиях. При каких условиях это выгодно, мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну а пока давайте посмотрим, как змея пришла к тому, чтобы стать змеей, чтобы, так сказать, потерять конечности и вот приобрести такое длинное-длинное тело. Мы уже видели, как из-за этого ей пришлось изменить органы. А теперь давайте посмотрим, что случилось, собственно говоря, с ее скелетом. И какие именно части змей вытянулись, когда змея решила отказаться от конечностей и перемещаться за счет извивающегося тела. Как мы видим, у змеи практически вдоль всего тела идут ребра. Ну, это, в принципе, логично. Да? Если бы змея бы не имела ребер, она была бы не просто похожа на червяка или шнурок, она была, по сути, бы шнурком таким абсолютно бесформенным, и это было бы очень грустно. Ребра ей, конечно же, жизненно необходимы. Но если вы вспомните строение любого позвоночного животного, то вы можете припомнить, что ребра-то занимают в скелете совсем небольшое пространство, а именно грудную клетку. Вот у нас тоже есть ребра, пожалуйста, вот грудная клетка. Помимо грудной клетки, я напомню, вообще-то еще есть как бы в нашем теле шея, еще есть
Да. И мы продолжаем. Прошу вас. Так, да, все, мы победили рептилоидов, можем продолжать эфир. Итак, я надеюсь, что все-таки, дорогие слушатели, вы успели послушать о моих многочисленных рассуждениях о том, какие части позвоночника есть в каждом наземном позвоночном, и теперь уже можно перейти непосредственно к змее. Итак, давайте посмотрим на змею. Теоретически у нее должны быть все те же отделы позвоночника и, собственно, отделы тела, как и у любого другого наземного позвоночного. И, разумеется, они есть. Но давайте же поглядим, где они находятся. Итак, может показаться, что у змеи, допустим, какой-то безумно длинный хвост. Или же, что у змеи какая-то очень длинная шея. Но на самом деле, давайте смотреть. Шея. Вот. Шея без ребер. Шея – это отдел, который находится до ребер. Да? Хвост у змеи есть или нет? Есть, конечно, есть. Вот он хвост. Вот он хвост. Вот дальше тут на самом деле еще немножечко идет поясничный отдел. Ну, крестца уже у змеи нету. Когда-то, кстати, был. Ну, вот поясничный дальше отдел идет. И вот это начинается грудь. Грудная клетка. То есть получается, что большая часть змеи – это грудная клетка. Вот как ее беднягу все изменило. Больше того, вы подумайте, до чего же, как говорится, дошел прогресс у змей. Ведь, как у большинства животных, в грудной клетке располагается легкое, ну, сердце еще, ну, там, понятное дело, пищеварительный тракт мимо проходит. А всякие там желудки, кишечники, там, печенки, селезенки, все это расположено уже ниже груди. А у змеи все это, разумеется, расположено в основной ее части, то есть, по сути, в грудной клетке. Вот так вот ее беднягу все перекрутило. Да, но и, как мы знаем, конечно же, змеи отказались от ног, но, как я уже упоминал, есть маленькое исключение. Это питоны и удавы. У них остались маленькие кусочки от тазового пояса, то есть от места, куда ноги крепились, и даже маленькие-маленькие кусочки ног в виде вот таких вот крошечных коготочечков. Так что, ну, можно сказать, что у некоторых змей даже почти что сохранились задние ноги. Вообще, почему змеи потеряли ноги, как они их теряли, это огромный вопрос, над которым трудится целая коллегия из ученых. Ну, не то чтобы они прям вот сидят и целыми днями думают, прям специальный отдел в международном там каком-нибудь университете, который посвящен змеиным ногам. И они вот сидят все и думают о змеиных ногах. Ну нет, конечно. Но просто периодически разные ученые возвращаются к этой проблеме и предлагают свои идеи, из-за чего змеи могли потерять ноги. И к этой проблеме возвращались зоологи, биологи, палеонтологи, понятное дело, и даже генетики. И вот генетики, например, во время одного из своих исследований выяснили, что на самом деле со змеиной потерей ног все очень и очень непросто. Во-первых, с одной стороны, вот эта сама группа, которая относится к змеи, токсикоферы, мы к ней еще вернемся. Ну, в общем, скажем так, змеи и их близкие родственники, они как бы склонны терять ноги. То есть у них так гены работают, так генетический аппарат, что они постоянно могут потерять ноги. Вот буквально в каждом следующем поколении их ноги могут чуть-чуть стать поменьше, еще поменьше и так далее. Им надо стараться, чтобы эти ноги никуда не исчезли. Но понятное дело, что пока они бегают на ногах, и, как говорится, ноги их кормят, ноги никуда и не денутся. Если у кого-то ноги будут чуть-чуть послабее вдруг, или покороче, то он просто-напросто будет хуже кушать, меньше оставит детенышей, и в конце концов его потомки вымрут. Поэтому такая штука, как естественный отбор, поддерживает нормальные ноги. Но понятное дело, что если хоть что-то в природе подействует на организм так, что ноги окажутся не очень-то не нужны, а то и, мало ли, вдруг вредны, то ноги тут же исчезнут, потому что сами гены стремятся к тому, чтобы избавить этих животных от ног. Почему так получилось и вообще, что это за такой генетический заворот, это отдельная история, но об этом мы сейчас говорить не будем.
Еще один интересный момент, то что в принципе змеиная потеря ног, она ну, достаточно, скажем так, легкая на генетическом уровне. Потому что некоторые органы, когда теряются, они теряются основательно и бесповоротно. Ну, например, слепые животные, они теряют просто часть ген, которые отвечают за формирование глаз. То есть они вообще не могут сформировать глаза уже повторно. Какая бы у них мутация ни произошла, что бы с ними ни приключилось, глаза к ним уже не вернутся. Они утеряны навсегда. Со змеиными ногами не так. Там буквально просто один ген отключился. Но его можно включить обратно, и тогда у змеи опять вырастут ноги. То есть теоретически можно там, не знаю, чем-нибудь облучить змею, и у ее детенышей появятся ножки. Может быть, какие-то корявые, непонятные, но ножки. Это тоже довольно любопытно. Да. Но, в принципе, я уже говорил, что несмотря на некоторые преимущества, причем я бы даже сказал, не маленький такой список преимуществ, у змей все-таки есть и недостатки. И я сейчас говорю не об отсутствии ног. Я говорю об плохом зрении и об отсутствии слуха. Хотя, как мы уже видели, у этих недостатков есть нехилая такая компенсация. Зрение компенсирует тепловая чувствительность, а полное отсутствие слуха – вибрационная чувствительность. То есть змея, в принципе, как бы через почву ощущает колебания. И может, разумеется, допустим, почувствовать, не услышать, почувствовать, когда рядышком какой-нибудь зверюшка мимо пробежит. Это, конечно, ей очень полезно. И в то же время вы представляете, насколько змее приятно и спокойно, вот, что она не слышит всяких криков этих зверей, каких-нибудь обезьян, которые рядом находятся. Когда она подкрадывается к гнезду, вокруг нее кружатся, например, какие-нибудь птицы, они начинают, разумеется, орать, чтобы прогнать змею. А змея по барабану, потому что змея ничего не слышит, и ей хорошо. Так что, наверное, в отсутствии змеиного слуха есть даже некоторые преимущества. Да, ну раз уж я уже начал говорить о змее, подкрадывающейся к гнезду или еще к кому бы то ни было, давайте вообще поговорим о том, каким же образом могут охотиться змеи. Понятное дело, что у змеи есть некоторый набор стратегий, но, пожалуй, что главное ее, как говорится, преимущество – это способность отравить добычу, об этом мы уже много говорили, а также удушить. Ну, как-никак, змея у нас вся состоит из ребер, а между ребрами натянуты неслабые такие мышцы. И благодаря этой особенности змея обладает просто фантастической силой. Она способна своим давлением буквально стиснуть, раздавить, расплющить все, что угодно. Чем она, конечно же, активно пользуется. Ну, о змеях можно говорить бесконечно. Я лишь хочу еще сказать пару слов о размножении змей. Ну, если говорить конкретно о процессе встреч змей, ну, здесь все очень неоднозначно. Змеи разные, их много. Но довольно любопытно, что у многих групп змей, так сказать, встреча выглядит вот так, как у садовых ужей, когда на одну самку накидывается просто толпа самцов, и они все дерутся, и это такой невероятный клубок. Ну и, соответственно, здесь до самки смогут добраться только самые-самые сильные, самые верткие. Ну и таким образом идет отбор как раз на самых сильных. Соответственно, самые сильные будут потом детеныши. Ну и, собственно, в дальнейшем змея может либо отложить яйца, есть яйцекладущие змеи, либо родить живого детеныша. Есть две технологии, ну, в зависимости от конкретных условий. Ну, например, на севере, скажем, больше живородящих змей, потому что сложно соблюсти условия по сохранению детенышей. Чуть поюжнее, там уже, наоборот, побольше яйцекладущих. Итак, мы с вами уже много поговорили о змеях вообще. И я надеюсь, дорогие друзья, что вы теперь еще лучше представляете себе, кто такие змеи. Но теперь пора перейти к основной теме нашей сегодняшней встречи, а именно к тому, как шла эволюция змей. Давайте же посмотрим на эту самую ошеломительную эволюцию. И вот тут нам стоит обратиться к той группе, которой принадлежит змея. Да, у змеи тоже есть своя группа. И это даже не рок-группа. Это группа таксикоферы. Таксикоферы – это, ну, если переводить, скажем так, на русский язык, ядонесущие. И неожиданным образом к ядонесущим относятся из современных животных змеи, вараны,
и игуаны. Хотя их назвали ядонесущими, но весь парадокс в том, что изначально никто не думал, что они все уж прямо такие уж ядовитые. Ну, название дано было по змеям, по вроде как способности комодских варанов травить всех, кому не попадя. Но, в принципе, никто не думал, что все прям токсикоферы ядовитые. И даже не думали, что большинство. Ну, просто это, скажем так, их очень необычная черта. Однако, вот я уже упоминал о некоторых исследованиях, которые были проведены относительно змей, которые показали, что большинство змей все-таки действительно ядовиты. Хотя у некоторых яд уже очень-очень слабый, и его буквально надо постараться, чтобы обнаружить. Прям совсем слабенький. Такие же исследования показали, что и очень многие игуаны ядовитые, и очень многие вараны также ядовитые, если не большинство. То есть получается, что название на сей раз очень правильное дали ученые. Похоже, что группа ядонесущих действительно несет яд. И это, возможно, одна из их главных отличительных особенностей. Больше того, возможно, что их общий предок, который жил, скорее всего, еще где-то в юрском периоде, а может быть, даже и в триасовом, он был ядовитым. То есть это было что-то похожее на ящерицу, но обладающее ядом. И, в принципе, есть некоторые такие очень древние животные, от которых буквально сохранились только зубы, но в этих зубах видны тоненькие канальцы, по которым, скорее всего, стекал яд. Ну и возраст этих находок там порядка 200 миллионов лет. То есть, возможно, что это как раз были самые первые токсикоферы. Понятное дело, что предок всех этих живых существ, в том числе и змей, был чем-то похож на какую-то ящерицу. Ну и потихонечку эта ящерица должна была измениться, чтобы стать уже непосредственно змеей. Вот теперь пора уже как раз и поговорить, а что, собственно, могло поспособствовать тому, чтобы змея приобрела такое длинное тело и потеряла ноги. Мы уже выяснили, что в принципе эта группа животных могла бы потерять ноги, если бы условия бы ее бы к этому сподвигли. Но в каких же условиях оказывается выгодно быть безногим? Было выдвинуто несколько гипотез. Первая гипотеза – то, что от ног пришлось отказаться при переходе к водному образу жизни. И действительно, в принципе, в воде очень удобно плавать, извиваясь всем телом и не используя ноги. Ну, опять же, угри тому явное, в общем, очень хорошее доказательство мне служит. А вторая версия – то, что все-таки на Земле были какие-то такие условия, при которых ноги оказались лишними. Ну, например, если змея перемещалась где-нибудь в лесной постилке среди листьев, и там она постоянно среди коряк перемещалась к каким-то узким местам, может быть, даже там периодически в почву уходила. Ну и вот в таких условиях ей, в принципе, могли бы ноги не то чтобы быть лишними, но, скажем так, острой необходимости не было. Ну и, наконец, роющая гипотеза. И это, кстати, вот прям даже тоже такое очень-очень выигрышная версия, потому что действительно, если ты роющее животное, то тебе гораздо проще, может быть, рыть без ног. То есть тебе нужны либо, наоборот, суперсильные ноги, чтобы ими разрывать почву. И у некоторых роющих организмов ноги очень развивались. Либо у тебя есть другой путь, ты можешь отказаться от ног, и тогда тебе взрываться тоже будет гораздо-гораздо проще. А наземная гипотеза никогда не пользовалась большой популярностью. Ну, как бы по земле все бегают. И странно, ну, как бы, зачем змеям тогда отказываться от ног, когда на земле и с ногами хорошо. А вот водная гипотеза и взрывающиеся были популярными, но в разное время то одна, то вторая были главными. И вначале все-таки побеждала именно водная гипотеза. И причина в некоторых змеях, которые были обнаружены в палеонтологической летописи. Вот, например, еще в далеком 1923 году, между прочим, почти что 100 лет назад, был найден Пахеофис. Это очень древняя змея, очень такая необычная, между прочим, с крошечными задними лапками,
То есть это прям настоящее такое переходное звено, еще не совсем, скажем так, змея, а змея, но немножечко похожая на ящерицу. Ну и самое главное, что он был найден в морских отложениях. То есть, скорее всего, он был водным. Да и зубки у него были пригодные для ловли рыбы. Такие небольшие, кошкообразные. Челюсть очень широко не раскрывалась, то есть, скорее всего, рыбу он и ловил. Ну, выглядел он, соответственно, примерно так. Это, правда, не он, но его очень близкий родственник, скажем так. В принципе, благодаря находке такой змеи, и потом, на самом деле, еще было несколько подобных змей найдено, потихонечку водная гипотеза набирала все большую и большую популярность. Однако есть и некоторые у этой гипотезы, скажем так, недостатки. Вот, например, мы выяснили, что змеи и вараны, можно сказать, братья родные. А нам известно, что вараны тоже отправлялись в воду. Есть особая группа варанов, про которую, я уверен, вы все слышали, по имени мозазавры. Эти вараны на протяжении миллионов лет все больше и больше приспосабливались к водному образу жизни и, в конце концов, стали не просто водными животными, а суперхищниками, зашли на вершину морских пищевых цепей, стали поистине королями морей. Вспомнить хотя бы какого-нибудь мозазавра Гофмана длиной 17 метров. Это что-то совершенно фантастическое. И обратите внимание, от конечности они вовсе не отказывались. Конечности им очень даже пригодились для того, чтобы в воде быть максимально маневренным. Некоторые, правда, попытались чуть-чуть приблизиться в своем виде к змее. Скажем так, стали более вытянутые. Ну, вот ягуарозавр, например, такой достаточно длинненький. Ну, а из продвинутых тилозавр тоже такой очень вытянутый варан. Мозазавр, если быть совсем точным. Но все равно они от конечностей не отказывались. То есть, получается, можно отправиться плавать и от конечностей не отказываться. И больше того, конечности очень даже пригодятся. Так что, ну, что-то в этой гипотезе не совсем складывалось. Вот близкие родственники тоже ушли в воду, но почему-то остались с ногами. А змеи ушли в воду и ноги потеряли. Но в дальнейшем ситуация прояснилась, и все стало на свои места. В конце концов, победа оказалась все-таки на стороне зарывающейся гипотезы. Все очень просто. Была найдена змея, одна из самых-самых первых, которая абсолютно точно зарывалась. Мы с ней познакомимся буквально через минуту. Но вначале я хотел бы вам сказать в целом, как сейчас видит историю змей. Честно говоря, эта история оказывается еще сложнее, чем мы могли бы подумать на первый взгляд. Начиналась она с змееобразных животных, еще не самих змей, в том смысле, в котором мы их сейчас, а вот, скажем так, более широко змееобразные, ну или как в науке их называют еще офидии. И эти офидии жили еще в юрском периоде в лесной постилке. Это было, в принципе, очень такое хорошее место, удачное на самом деле, потому что именно в это время начинает появляться очень большое количество листопадных деревьев с очень крупными листьями. И, собственно говоря, и формируется эта самая лесная постилка. И в этой лесной постилке они не отказывались от конечностей, но конечности стали значительно меньше, и они стали более длинными и стали перемещаться, извиваясь всем телом. В дальнейшем некоторые из этих офидий пошли еще дальше и стали закапываться. И тут конечности оказались совсем лишними. И они отказались от конечностей полностью. И потом, среди всех потомков древних змееобразных, именно настоящие змеи выжили из этих закапывающихся древнейших змеек. То есть вначале они просто ползали где-то в лесной постилке. Потом некоторые продолжили ползать, некоторые даже ушли в воду. А некоторые стали закапываться. И именно потомки закапывающихся, собственно говоря, стали настоящими змеями. Ну, вот так примерно выглядел пейзаж мелового периода. Ну и, как вы видите, здесь на самом деле довольно много растений с широкими листьями. Причем здесь на самом деле далеко не все. Ну, в первую очередь здесь, например, бросаются в глаза всевозможные папоротники. Но помимо папоротников,
были еще и многочисленные голосеменные, многочисленные голосеменные, такие, например, как динговые. А самое главное, что уже с юрского периода, и особенно активно, конечно же, с начала мелового периода, стали появляться растения с цветами. И вот у них-то широких листьев вообще было полным-полно. И они стали формировать вот эту самую лесную постилку. Откуда мы знаем, когда, в принципе, появились самые первые змеи? Это мы уже знаем, в первую очередь, по палеонтологическим находкам. И вот перед вами самые древние свидетельства змей из конца юрского периода. К сожалению, от этих змей сохранились только челюсти, поэтому мы не можем сказать точно, как они выглядели. Было у них еще 4 конечности или, может быть, уже 2 конечности. Увы, ничего не известно. Известно только, что они были. И я еще раз напоминаю, собственно, ну, наверное, змеями их даже не совсем честно называть. Это змееобразные, древние офидии. Вот первое животное, которое считалось уже таким, ну, прям настоящим предком всех змей, уже с хорошо сохранившимся скелетом, стал тетраподофис. Тетраподофис переводится как четырехногая змея. Ну и действительно, мы видим, что у него сохранились 4 ножки. Это очень приятно. Но есть одна маленькая беда. Когда этого тетраподофиса изучили получше, выяснили, что он не является змеей. Это на самом деле такая очень своеобразная группа древних ящериц. Они, кстати, тоже, как вы видите, жили в воде. За счет этого они, для того, чтобы жить в воде, они очень сильно удлинили свое тело. Но, увы и ах, к змеям они никакого отношения не имеют. Это случай так называемой конвергенции, когда разные животные, живя в похожих условиях, приобретают одинаковую форму. Вот. Вообще, группа этих живых существ называется пахиплевразавры, если кому интересно. А вот это вот уже змееобразные такие вот древние офидии. И от этой древней офидии, к сожалению, известен только череп. Ну, чуть-чуть побольше, чем от вот тех ребят из юрского периода. Это, кстати, штука из мелового периода. Вот. Но на самом деле череп уже дает гораздо больше информации о том, как выглядели и как жили эти древние змееобразные. Дело все в том, что внутри этого черепа сохранились полости. Полость мозга и полость внутреннего уха. А эти части очень многое могут рассказать о том, как жили эти животные. И особенно, конечно, в плане образа жизни хорошую подсказку дает именно ухо. Ухо и так называемый вестибулярный аппарат. То есть аппарат, за счет которого, собственно говоря, осуществляется равновесие животного. Так вот, у разных змей, которые живут в воде, на суше и закапываются в землю, очень по-разному устроен вестибулярный аппарат. Вот так он устроен у водных, так он устроен у наземных, а вот так он устроен у зарывающихся. И оказалось, что у этих древних змееобразных был вот четко такой вестибулярный аппарат. А это говорит о том, что они 100% были зарывающимися. А они уже являются непосредственными предками всех современных змей. Поэтому я вам и сказал, что змеи пошли от зарывающихся форм. Зовут это животное Денилиссия. Ну и вот так, возможно, оно выглядело. Как видите, здесь оно как раз ползет по песчаной пустыне и, в общем-то, частично зарывается в песок, чтобы ее никто не заметил. Позже был найден примерно того же возраста, ну, на самом деле, чуть-чуть более молодой, молодая змея по имени Нахаш. Найдена она была в Аргентине. Кстати, имя очень интересное. Это, на самом деле, от... В общем, на иврите это змея, это имя того самого змея, который соблазнил Адама и Еву по библейской истории. Вот настолько, скажем так, знаменитое имя получила эта змея. Так вот, Нахаш тоже, судя по ряду признаков, является нормой змеей. Опять же, древняя, опять же, роющая змея, что еще раз доказывает, что ученые не ошиблись и действительно одни из самых древних вот таких вот уже предков непосредственно наших змей
были роющими. А, кстати говоря, у них все еще, как вы можете заметить, сохранились конечности и у Генелиссии, и у Нахаша, но, к сожалению, только задние. До сих пор не найдено ни одной змеи, ну или точнее не змеи, а вот змееобразного, у которого было бы еще 4 ноги. От передних ног уже не осталось у него ничего абсолютно. А с самого момента появления змей, змеи специализировались на мелких животных. Об этом говорит очень много. Ну, во-первых, в принципе, современные змеи, многие охотятся на небольших животных. Ну, а кроме того, в строении этих самых первых змей можно было отметить достаточно крепкий череп, без особого кинетизма. То есть, самые древние змеи не были способны еще так широко раскрывать пасть, чтобы натягиваться на гигантские предметы. Поэтому они могли есть только кого-то очень небольшого. Ну, сами понимаете, змея откусывать чего-то от кого-то большого тоже не может. Она может только целиком натянуться на какое-то животное. Значит, видимо, нападала она на какое-то небольшое животное. Ну, может, на каких-то ящериц, на каких-нибудь древних млекопитающих, похожих на мышей, вроде каких-нибудь мультитуберкулят. Ну, или, кстати, даже на каких-нибудь маленьких динозавров. Ну, и, конечно, на лягушек, как вот на этой картинке показано, на фотографии. И еще один важный момент. Вот у этих змей не найдено никаких особых каналов с ядом. То есть, если яд у них и был, то он просто присутствовал в слюне. Ну, это очень даже вероятно, но никаких специальных приспособлений и специальных ядовитых желез у них еще не было. Итак, давайте все это подытожим, да? Челюсти у змей еще широко не открывались. Ядовитыми, ну, по крайней мере, однозначно ядовитыми они еще не были. Может быть, и были, но свидетельства этого в каменной летописи нету. Зато у них у всех были гораздо более крупные зубы, чем у современных змей. Это, видимо, была компенсация отсутствия яда. И многие из них, кстати говоря, были ночные или зарывающиеся. Теперь посмотрим, как, в принципе, шла дальнейшая эволюция змей. Итак, мы уже познакомились с змееобразным существом по имени Генелиссия. Затем мы увидели Нахаша. Ну, здесь его на картинке, к сожалению, нет, но он где-то вот здесь должен находиться, в следующем. Дальше у нас должна появиться такая необычная группа змей по имени Сколиофидии. Потом Мадсоиды. Потом Сималеофиды. Затем червеобразные змеи и все остальные современные змеи. Ну, я думаю, что со всеми прям вот этими представителями мы знакомиться не будем, но с некоторыми особо интересными познакомимся. Ну и начнем вот с этой группы, следующей как бы в эволюции, по имени мадсоиды. Вот они, мадсоиды. Они очень давно появились, тоже еще в меловом периоде, ползали где-то там рядом с динозаврами. Были очень разного размера, среди них были очень маленькие формы, крупные формы, там, длиной в 5 метров, 6 метров и так далее. И самое удивительное, что в отличие от многих других древнейших змей, которые появились в меловом периоде, дали начало какой-то более прогрессивной группе змей и вымерли. А мадсоиды продержались так на Земле неплохо. Очень неплохо, 98 миллионов лет, по сути. И вымерли всего лишь 12 тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период. Вот тут-то они и не выдержали. Так что, в принципе, с этими змеями даже были знакомы наши предки. Пожалуй, самым известным представителем этих мадсоидов является змея по имени Санае индикус. И знаменита она не потому, что она древняя, ну, даже не потому, что она представитель мадсоидов. Она известна потому, что она была найдена рядом с кладкой яиц динозавров. Титанозавров, если быть точнее. Вот примерно так реконструируют эту находку. Один детеныш, несколько яиц и вот змея, повернутая прямо к детенышу. Ну и вот так вот, возможно, это выглядело. Согласно первичному представлению ученых, картина была следующая. Змея приползла в гнездо, хотела слопать яйцо, но не тут-то было, не получилось. Все-таки, как мы помним, челюсти у нее так широко не открывались. Тогда змея решила подождать. Слава богу, так сказать, змеи, они существа неторопливые, у них
Обмен веществ медленный, поэтому они могут спокойно ждать долгое время и особо не питаться, и выжидать нужный момент, чтобы атаковать свою жертву. И вот, наконец-то, одно из яиц треснуло. Из него показался невинный маленький титанозавр. Он уже стал выбираться из яйца, а змея, заметив добычу, уже решила кинуться на него. Но в этот момент случилась какая-то катастрофа. Ну, скорее всего, какой-то сель сверху сошел, и всех их так и засыпало. И вот так бедный динозаврик, так сказать, не прожил даже еще одного дня. И вот змея так и не поела. В общем, у всех этот день не задался. В принципе, теоретически подобная картина возможна, но стоит вспомнить, что у змеи еще не так сильно хорошо открывались челюсти. Не факт, что змея в принципе могла проглотить титанозавра. Да, яйцо она действительно не смогла бы проглотить, по крайней мере такое. Они могли питаться яйцами без проблем, но более мелкими. Но проблема в том, что и детеныши титанозавра, скорее всего, сыновья все-таки бы осилить бы не смогла. Так что, пожалуй, что более правдоподобен один из двух сценариев. Либо змея просто нашла очень хорошее такое прогретое местечко и вот устроилась рядом с яйцами для того, чтобы погреться на солнышке. А в принципе, такое бывает. Иногда змеи просто заползают в гнезда не потому, что хотят кого-то съесть, а просто так вот потусоваться за компанию, погреться. Или второй вариант, что змея реально приползла сюда именно с той самой целью, чтобы съесть титанозавра. Но она бы все равно не смогла это сделать, даже если бы не свалился бы на них этот злополучный силь. Ну, просто по той причине, что она бы подавилась. Но змея переоценила свои способности. В принципе, современные змеи тоже иногда этим грешат, когда они атакуют добычу, которую съесть они вообще не могут. Но вот нападают. Так что, может быть, здесь была такая глупая змея, которая слегка просчиталась. Следующая группа змей, которую мы видели вот на схемочке, зовется сильмалеомфииды. А в основном все эти змеи являются водными. В принципе, с некоторыми из них мы уже знакомились, например, хаазиофисом. Но если раньше думали, что то, что эти змеи водные, это значит, что все змеи потомки водных существ, но сейчас мы знаем, что нет. Все змеи – потомки роющих существ. А это была просто отдельная группа древних змей, которая действительно в основном стала водной. Ну и, собственно говоря, это ни о чем не говорит об общем эволюции змей. Просто была еще одна вот такая интересная водная группа. Ну, давайте посмотрим на некоторых из этих змей. Сильно многое рассказывать про них не буду, лишь обращаю внимание, что у них все еще сохранялись задние конечности. Вот их тут очень хорошо видно, например, у эоподофиса. Ну и вот, пожалуйста, еще одна интересная змея из Израиля, Пахерахис. Тоже у нее известны задние конечности. Ну, достаточно крупненькая такая, 1-2 метра, под 7 килограммов весила. Следующая группа змей, как вы, наверное, запомнили, ну или может не запомнили, я напомню, это были так называемые червеобразные змеи. Они отделились от общего змеиного ствола еще в меловом периоде, ну примерно 88 миллионов лет назад. По крайней мере, именно такой возраст имеет самая древняя червеобразная змея. Если вы не слышали термин червеобразные змеи, возможно, вам знакомо слово слепозмейки. Вот, собственно, слепозмейки – это одна из разновидностей червеобразных змей. Ну и, в принципе, основной тренд вот этих змей – стать чисто роющими, ну, собственно, как и их далекие предки. И практически полностью потерять зрение, хотя не совсем. На самом деле слепозмейка все-таки немножечко, но видит. Были проведены эксперименты. Вот. И в целом уменьшаться в размерах. Среди всех современных змей, червеобразные змеи, самые-самые-самые маленькие. Ну, посмотрите хотя бы на современную червеобразную слепозмейку. Но, видимо, эта тенденция развивалась постепенно, потому что вот самая древняя из червеобразных змей, которая обнаружена по имени Бойпебепа из Бразилии, она имела длину еще в 1 метр, то есть была на самом деле достаточно еще приличного размера. Дальше развивается, отделяется основная группа змей, потомками которых являются вот все-все-все-все-все змеи, которые живут сейчас. Там и удавы, и питоны, и аспиды, и гадюки, и кобры, и все-все-все. А, в принципе, вот этот ствол всех современных змей тоже отделился, ну, в самом-самом конце мелового периода.
После чего случилось знаменательное событие, великое вымирание, ну, вы об этом знаете, и наступает палеогеновый период. И что же происходит в начале палеогенового периода? А в начале палеогенового периода происходит интереснейшая картина. Подавляющее большинство суперхищников, ну, вроде динозавров, исчезает. Млекопитающие, они потом вырастут и станут большими такими, великими, хорошими. Но это будет далеко не сразу. А вначале млекопитающие еще маленькие. И был определенный момент, который на некоторых территориях, например, в Южной Америке затянулся, в других он довольно быстро прошел, когда рептилии снова попытались взять реванш и стали большими. Только это были уже другие рептилии. Это были крокодилы, а также их родственники хромсозавры, а также змеи, которые тоже стали очень-очень крупными. Ну, стоит сказать, что еще некоторые родственники рептилий, а именно динозавры, собственно, только уже в виде птиц, тоже в этот момент стали очень большими. И, как я уже упомянул, в Южной Америке эта история затянулась, и там очень долгое время существовали гигантские змеи, гигантские крокодилы, гигантские птицы, и они долгое время правили бал. Ну, а во всех других местах млекопитающие уже потом потеснили рептилий, как говорится, показали им место, вот, и стали уже сами на вершину пищевой цепи. Но давайте же посмотрим на это время гигантских змей. Итак, именно на палеогеновый период приходится эпоха самых больших змей. А вообще, если составлять рейтинг вот современных, на данный момент известных змей, как ни странно, но современная змея по имени сетчатый питон, в принципе, вполне может занять почетное третье место. Все-таки 6 метров – это тоже, знаете ли, не шутки. Но в прошлом были змеи и побольше. Итак, из эоцена, возрастом где-то примерно 50 миллионов лет назад, известен гигантофис – змея длиною 11 метров. Ну, если что, это побольше любого автобуса будет, да? 11 метров, представили себе. Ну и поперечник там на самом деле тоже не сильненький, так сантиметров 80, наверное. Но, как вы, наверное, знаете, есть змейки сейчас и покруче. И даже почетное первое место, конечно же, занимает титаноboa. Змея возрастом примерно 60 миллионов лет назад из палеоцена Колумбии. Змея длиною 15 метров. Змея весом более тонны. Змея в поперечнике более 1 метра. Ну, вот уж точно достойный кандидат на звание королевы всех змей. Возможно, вы видели интересные такие картинки, когда титаноboa дерется с динозаврами, может быть, даже с тираннозавром, и его съедает. Но, мягко говоря, эти картинки не точные. Начнем с того, что мы уже видим, да, когда жила эта змея. 60-58 миллионов лет назад. Динозавры вымерли, ну, имеется в виду не птицы, конечно, не птичьи динозавры. Они вымерли где-то 66 миллионов лет назад. Ну, собственно, тогда жили как раз, например, тираннозавры. То есть, увы и ах, но титаноboa и тираннозавр не сошлись во времени. На 6 миллионов лет рандеву не состоялось. И есть вторая причина, почему даже если бы состоялась такая встреча, вот такого эпического сражения никогда бы мы не увидели. Дело в том, что да, титаноboa большая. И да, когда ее нашли, подумали, что это был суперхищник, который был на вершине пищевых цепей, который поедал всех на свете, кого видел и даже тех, кого не видел. Поедал на всякий случай, так сказать, заранее. Но на самом деле эта змея все еще не обладала большим кинетизмом челюсти. То есть она не могла натягиваться на большие объекты. Кроме того, у этой змеи зубы типичного рыбоядного животного. И найдена она была на той территории, которую занимали древние озера и болота. Все это является нехилой такой подсказкой о том, как выглядела эта змея и что она делала. Получается, что эта змея на самом деле была рыбоядной. Да, она была очень большой. Но она использовала свой размер и свою силу для того, чтобы просто-напросто охотиться за рыбой.
И вот на этой картинке, например, да, где плывет Титанобоа, и вот тут за рыбкой охотится какой-то небольшой ахеронтизух. Можно подумать, что змея сейчас накинется на крокодила, крокодил на рыбу, и вот в итоге получится такая матрешка. Но нет, на самом деле ахеронтизух Титанобоа совершенно не интересует. Титанобоа тоже выискивает себе какую-нибудь хорошую вкусную рыбу. Ну вот еще одна прекрасная картина древней Колумбии. И, кстати говоря, здесь опять же можно увидеть, какие животные тогда были действительно гигантами. Это были змеи, это были крокодилы, и на самом деле нехилые такие были черепахи с панцирем, минимум 1,5 метра, а скорее всего даже и побольше. Из вот такой вот предыстории, скажем так, уже кайнозойской эры, можно сделать один интересный вывод, что получается для всех ранних млекопитающих одними из главных врагов были змеи. Ну просто потому, что на тот момент никаких других особо крупных врагов не было. И это на самом деле чистая правда. Ну, например, змеи стали активно охотиться на грызунов, которые как раз тогда появились. И, собственно говоря, есть такая идея, то, что, возможно, змеи стали настолько распространенными и настолько многочисленными благодаря грызунам. Потому что они сделали ставку на грызунов. Они стали себя перестраивать так, чтобы идеально быть таким идеальным хищником, ловящих этих мелких животных. Они из-за этого там и тепловое зрение себе настроили, ну, собственно, отчасти и я там тоже для этого нужен, и вот там сила вот эта удушающая. Короче говоря, куча способностей именно для охоты на грызунов. А если вы вспомните, среди современных животных грызуны являются одними из главных млекопитающих, одними из самых многочисленных млекопитающих. Ну, хотя бы, если вы в городе, выглянете за окошко, и наверняка вы увидите какую-нибудь крысу, которая бежит по дороге. Получается, что когда змеи сделали ставку после вот, великого вымирания динозавров на новый вот этот корм в виде грызунов, они никоим образом не проиграли. И возможно, что именно это стало ключом к успеху современных змей. Успех грызунов обеспечил успех и змеям. Но не только грызунов ловили змеи. Дело в том, что есть животные, очень похожие на грызунов. Ну, точнее, сейчас они, конечно, не особо похожи, но на ранних этапах они были безумно похожи на грызунов. Только живущие на деревьях. Такие маленькие, древесные, ну, практически крыски. Но только не совсем. Я, конечно же, говорю о приматах. Первые приматы и вправду очень походили на грызунов, ну, вспомнить хотя бы пургатория. Потом они все меньше и меньше начинали на них походить, но змеи от этого меньше приматов любить не стали. Змеи прекрасно лазают по деревьям, и в первый момент, когда вымерли ящеры, приматы почувствовали бы просто полнейший восторг и эйфорию, если бы не змеи. Потому что, по сути, никого, кроме змей, не было, кто был бы способен охотиться на приматов. Потому что на дерево просто в тот момент больше никто залезть не мог. А вот змеи приматов донимали. И в итоге на протяжении десятков миллионов лет приматы шарахались только от змей. Приматы вырабатывали в себе целый комплекс признаков, чтобы приметить змею, чтобы спасти себя от змеи. И есть такая гипотеза. Ну, она даже некоторое подтверждение уже получила, но я бы не сказал бы, что она прям уже стала настоящей теорией. Но все-таки, мне кажется, в ней что-то есть. Иногда ее называют теорией, вот я здесь написал, в принципе, она звучит как теория обнаружения змей. Но мне кажется, что все-таки у нее доказательств еще недостаточно, я бы ее все-таки более аккуратно гипотезой обнаружения змей бы стал называть. Так вот, что гласит эта самая теория или гипотеза обнаружения змей? То, что у нас на генетическом уровне от наших далеких предков, живших 66 миллионов лет назад, сохранился страх перед змеями, способность невероятная обнаруживать змей. И, как я уже сказал, некоторые доказательства этого есть. Ну, во-первых, вспомните хотя бы, если вы видите какой-нибудь где-нибудь шевелящийся шланг, у вас это, скорее всего, вызывает просто какую-то бурную реакцию, просто невероятный ужас. Потому что вы на подсознательном уровне думаете, что там змея.
И вообще у большинства людей какая-то дикая неприязнь к змеям. Ну, казалось бы, ну почему бы вот так вот реагировать? Особенно даже тех, кто змей-то никогда не видел, кто живет на пространствах, где змей вообще нет. Но страх перед змеями есть. Скорее всего, это действительно где-то вот на генетическом уровне какое-то вот чувство опасности при виде вот такого вот длинного червеобразного существа. Ну и, собственно говоря, есть такие более серьезные уже доказательства того, что что-то в этой гипотезе есть. Проводились эксперименты, кстати говоря, и с людьми, но с людьми тут можно еще поспорить, но с приматами, с обезьянами, которым демонстрировали самые разные картинки и смотрели их реакцию. И вот реакция на змей была всегда однозначной. То есть это был прям невероятный ужас, какая-то бурная совершенно реакция. На все другие предметы редко была какая-то реакция, на змей была очень бурная. И больше того, это было не просто исследование, чтобы там картинки показать и посмотреть, там испугается обезьяна или нет, а проводились исследования, какие отделы мозга активируются при взгляде на ту или иную картинку. И только при взгляде на змей активировались особые отделы мозга, которые не работали ни при любом другом изображении. А это говорит о том, что, видимо, действительно у нас буквально есть в мозгу особый змеиный отдел. Отдел, скажем так, обороны от змей. Об этом, в общем, можно, как говорится, призадуматься на досуге. Ну и мы все ближе и ближе уже приближаемся к современному моменту. Я уже, в принципе, рассказал очень многое и про самих змей, и про их эволюцию. Хотел лишь упомянуть еще одну интересную находку, которая была обнаружена в Африке, в Южноафриканской республике. Это зубы, вот такие зубки, с очень необычным таким круглым каналом. Как правило, у змей вот этот вот канал, из которого яд выходит, он очень длинный. Но иногда бывает круглый. Только у нескольких змей, только у трех кобр, которые плюются ядом. И это как бы не случайность, не совпадение, но это действительно было нужно вот так вот преобразовать зуб, чтобы суметь плеваться ядом. И вот в одной пещере, таинственной пещере X в ЮАР, был найден зуб с круглым отверстием. То есть зуб плюющейся древней кобры. Так что даже плюющиеся кобры из ископаемой летописи известны. Но единственное, что эта находка мало чего говорит об эволюции плюющихся змей, ну, потому что возраст ее очень-очень скромный, всего лишь 800 тысяч лет, меньше миллиона лет. Ну, мы догадывались, что плюющиеся кобры появились не вчера, но теперь мы знаем, что минимум 800 тысяч лет назад они уже точно были. Скорее всего, конечно, они проделали более длинный путь, но какой мы, к сожалению, пока не знаем. Увы, но в принципе каменная летопись змей очень-очень бедна. У змей тонкие кости, да и вообще многие змеи очень маленькие, поэтому змеи не так часто, не так хорошо сохраняются, как нам бы хотелось. Ну и заканчивая рассказ про змеи и их эволюцию, я предлагаю уже вернуться к современности. И не просто к современным многочисленным змеям, которые живут в нашем мире, а вернуться прямо вот в настоящий момент, в зиму. И подумать о том, что сейчас происходит со змеями. Ведь я, конечно, не знаю, откуда вы сейчас смотрите трансляцию. Вы можете посмотреть ее с самых разных регионов. Но на многих регионах, по крайней мере, нашей необъятной страны, сейчас уже, мягко говоря, холодно. Однако ж, в большинстве регионов змеи есть. И куда же они зимой деваются? Как зимуют змеи? Этот вопрос, на самом деле, довольно любопытный. Оказывается, что змеи в основном закапываются. Ну, в самом крайнем случае, куда-нибудь там в лесную подстилку забиваются, куда-нибудь в какое-нибудь дупло, там где-нибудь под коренье, или же в нору. Или буквально закапываются в землю. Главное найти какое-то место, где температура не будет опускаться ниже нуля. Потому что змеи, в отличие от земноводных, например, не могут замерзнуть и потом ожить. Если у змей температура опустится ниже нуля, если у них кровь замерзнет, змеи уже не оживут. У змей температура опускается минимум до 5 градусов Цельсия. То есть они все равно остаются чуть-чуть теплыми. А значит, им надо найти место, в котором они смогут оставаться чуть-чуть теплыми. Какое-то теплое место. И в этом месте они впадают в спячку, потому что, конечно же, при температуре плюс 5 змея не может быть активной. И, собственно говоря, дожидаются весны. Ну что ж, спасибо, что послушали. Спасибо за внимание.
Ну и сейчас, я думаю, что настало время для ваших вопросов. Слышно меня? Да. Собираем ваши вопросы. Кстати, пока вы думаете над вопросами, я хочу сообщить такую, скажем так, направить вашу мысль в таком интересном направлении, что можно не только написать вопрос, а можно и написать, допустим, пожелание относительно темы будущих эфиров. Собственно говоря, вот нынешняя тема змеиная, это как раз результат реализации одного пожелания одного из наших слушателей. Вот. То есть меня попросили, сказали, что вот очень было бы интересно послушать про эволюцию змей. Ну и в итоге я вот подготовил сегодняшнюю лекцию. Так что если у вас есть еще какие-то пожелания, я буду рад их услышать и постараюсь их реализовать. Не обещаю, что прямо вот на следующей неделе, вот все, что вы мне сейчас скажете, я все сразу расскажу. Но буду пытаться реализовать, так сказать, ваши пожелания и потихонечку рассказывать в будущих лекциях. Раскрывать в новых темах. Мог ли, первый вопрос, мог ли гигантофис охотиться на крупных млекопитающих, к примеру, астропотериев? А насчет гигантофиса вряд ли по одной простой причине он также является водной змеей, как и титанобоа. Так что его целевая аудитория это опять же рыбы. Как яд появился? Это же не в один момент произошло. Каким образом эволюция создала ядовитых змей? Ну, по-моему, я на эту тему довольно много рассуждал. Я, конечно же, не рассказал там, может быть, все аспекты становления ядовитости. Но есть на то две причины. Во-первых, то, что мои знания не бесконечные. Во-вторых, то, что в принципе познание, так сказать, ученых тоже на эту тему пока что, к сожалению, не бесконечны. Все аспекты мы не знаем. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что я вряд ли смогу добавить чего-то к тому, что я уже сказал на протяжении лекции. Могу лишь резюмировать еще раз, что считается, что яд изначально появился еще у предков змей, которые были больше похожи на ящериц. То есть у первых, соответственно, ядонесущих. Да. В дальнейшем, да, его появился он, конечно же, внутри слюнных желез. Вначале, скорее всего, мог получиться просто случайно, и даже, может быть, он изменения эти произошли в слюнной железе для того, чтобы лучше шел процесс переваривания, но неожиданно оказалось, что вот эта новая слюна, она не только перевариванию способствует хорошему, а она также способствует отравлению жертвы. И укушенная вот этой вот ядовитой слюной жертва гораздо быстрее погибала. И, разумеется, вот эти животные, у которых эта небольшая мутация произошла, которые стали чуть-чуть ядовитыми, они очень скоро стали лидирующей группой. Именно их потомки заняли, так скажем, все пространство. И постепенно яд начал усиливаться в процессе естественного отбора. Ну и уже у змей появилась отдельная ядовитая железа с именно ядом, отделенная от слюнных желез. Но, увы, я, как говорю, подробнее я на эту тему ничего рассказать не смогу. Следующий вопрос. Видит ли змеи в инфракрасном спектре, или же информация о тепловом излучении жертвы поступает в отделы мозга, не связанные со зрением? Так, вопрос очень любопытный на самом деле. В принципе, тепло змея чувствует именно в инфракрасном свете, это абсолютно точно. Но вот обрабатывает вот эту тепловую информацию тот же отдел, что и зрительную, или же это несколько разные отделы, мне это неизвестно. Не могу сказать, что этих опытов не проводилось. Может быть, эти данные уже и есть, но я, к сожалению, такой информации не читал. Поэтому не смогу ответить подробно на этот вопрос. Увы. Чем питался титан Абоа? Чем ограничен размер у змей? Это два вопроса.
От одного слушателя. Ну, насчет титана Боа я, опять же, в рамках лекции уже рассказал. Титана Боа был рыбоядной змеей. Это по целому ряду признаков установлено и по его строению челюстей, и по строению зубов, и как бы по месту, где он был обнаружен. Все это указывает на то, что он был водным жителем, и, собственно говоря, на водных же животных он и охотился, в первую очередь, конечно же, на рыб. Хотя, ну, конечно, наверное, если бы там какие-то млекопитающие мимо проплывали или земноводные, он бы тоже бы от них бы никоим образом отказываться не стал. В этом я не сомневаюсь. Так, и второй вопрос у нас, еще раз можете его... Чем ограничен размер змей? Чем ограничен? А вот на этот вопрос на самом деле пытаются ответить многие специалисты. И, например, когда, собственно, нашли титана Боа, первая мысль, которая возникла, что, наверное, змея смогла вот вырасти такой большой, настолько больше, чем в современном мире, только лишь благодаря температуре. Известно, что палеоцен и эоцен, как раз когда существовали самые большие змеи, это была эпоха гораздо более теплая, чем нынешняя. И была идея, то, что, наверное, чем выше температура, тем больше может вырасти змея. И это главный лимитирующий фактор. Больше того, только по размеру титана Боа ученые предположили, что в Колумбии тогда температура была где-то на 8 градусов в среднем выше, чем сейчас. Но потом целый шквал критики обрушился на этих ученых. В том числе были идеи такие, то, что вот если так вот рассчитывать по температуре размер змей, то сейчас, получается, змеи тоже должны были в некоторых местах нашей планеты достигать длины 10 метров. Но такого не происходит. И я уж, мы уж молчим там про крокодилов и черепах, которые тоже сейчас должны быть просто гигантскими где-нибудь в тропиках. То есть абсолютно точно вот такой явной корреляции между температурой и размером нету. Да, конечно же, змеи не могут жить при очень низких температурах, и в условиях более низких температур не могут сформироваться большие змеи. Это да. Но если температура хорошая, то змеи могут быть маленькие, могут быть средние, могут быть большие, и как-то вот предел температуры не ограничивает, предел размера. Поэтому надо явно искать какой-то другой фактор. Какой другой фактор? Однозначного ответа пока нет, но есть прям такое, скажем так, небезосновательное предположение, что этим фактором является окружающая фауна. То есть, ну, например, хорошие условия для змей в плане температуры, в плане климата были в мезозое. Но были динозавры, которые не давали змеям особо большими вырасти и занять какие-то вот прям лидирующие позиции ни в реках, ни в озерах, ни тем более на суше. Динозавры вымерли, хлобысь, змеи вырастают там, до 10 метров, до 15, вот красота. Потом появляется множество крупных других животных, типа крупных млекопитающих, и опять змеи как-то все-таки немножечко свои аппетиты уменьшают. То есть, скорее всего, змеям сильно большими вырасти мешаем мы, в том числе млекопитающие. Вот, то есть конкуренция. Если не будет конкурентов, змеи будут расти. Следующий вопрос. Змеи едят мышей. Интересно, если бы древние люди приручили змеи вместо кошек, мы бы сейчас кидали друг другу картинки с милыми змейками? Да, интересный такой поворот мышления. Очень необычно. Честно говоря, конечно, сложно представить себе такой сценарий, и очень сложно сказать, что бы в таком случае было. Просто-напросто я могу сказать, что такого и не было, и, ну, на самом деле и не могло быть. Потому что, во-первых, все-таки у змей совсем не тот уровень интеллекта, что у кошек, там, собак и других вот таких вот домашних животных, которые нам помогают и в некоторой степени, скажем так, общаются с нами на равных. Поэтому змей бы вряд ли бы удалось бы приручить, и уж тем более, вот, чтобы они заняли такое же положение, как кошки. Это раз. И второй момент. Все-таки, вот я уже рассуждал на эту тему, и не только я на эту тему рассуждаю, что есть у нас прям такой, можно сказать, генетически обусловленный инстинкт страха перед змеями. И, скорее всего, он бы не позволил бы нам друг с другом делиться картинками милыми змей, милых змей. Так что давайте все-таки слать друг другу котиков.
Вот тут еще один вопрос опять про яды, он более расширенный, я, наверное, его задам. Ну, попробуйте, но я, правда, не уверен, что я смогу ответить. Я уже Ну, на эту тему уже обсуждал. возник ли ядовитый аппарат у разных видов змей независимо друг от друга, или есть признаки того, что он появился у их общего предка, если учесть большое разнообразие биохимии их ядов? Отчасти на этот вопрос, как ни странно, я все-таки смогу ответить. Ядовитость ныне существующих змей развивалась абсолютно точно независимо. То есть каждый, ну, не, конечно, не каждый вид змей, понятное дело, что у близких видов змей эволюция шла одним способом, они недавно разделились. Но в отдельных группах змей есть действительно и разные яды, и совершенно разные способы даже, вот, так сказать, его введения, охоты и так далее. И это говорит о том, что приобретение этих способностей к ядовитости были независимые. А другой разговор, то, что все-таки, ну, сейчас приходит к мысли о том, что изначально вот эта способность вырабатывать яд была у всех змей. Только уже дальше эту способность надо было как-то развить, и разные группы змей сделали это по-разному. А некоторые так и не сделали и, собственно, остались такими условно ядовитыми, а некоторые, наоборот, вообще не использовали никак и, в конце концов, полностью от нее отказались, как, например, рудовые питоны. Следующий вопрос. Почему у змей остались именно задние лапы, а не передние в какой-то момент? Можно ли рассказать про эволюцию козочек? Это второй вопрос. Так. Насчет задних лап однозначного ответа опять же нет. Но есть некоторые соображения. Ну, вот некоторые авторы писали, например, что змеи долгое время сохраняли эти лапы. Причем, на самом деле, это действительно долгое время. То есть, смотрите, получается, первые змеи у нас появляются, ну, условно говоря, 170 миллионов лет назад. А при этом последние змеи с ногами задними существовали где-то 60-70 миллионов лет назад. То есть, практически до самого конца мелового периода. То есть нехило так вообще, почти 100 миллионов лет из 170 миллионов лет существования змей все еще не отказывались от задних ног. И больше того, есть же как бы сейчас питоны-удавы, которые даже до сих пор чуть-чуть задние ножки сохранили. Значит, в этом резон какой-то все-таки был. Но вот в чем причина, не совсем понятно. Вот есть авторы, которые предполагают, что это помогало им рыть. Как задние ноги помогали им рыть, вот мне лично не совсем очевидно, но есть такая версия. Гораздо более, мне кажется, понятной и очевидной версией, особенно опираясь, опять же, на современных питонов и удавов, то, что это может помогать при размножении, допустим, для удержания партнерши. И, в принципе, как раз для размножения же сейчас вот части вот этой вот микрокоготочки удава-питона используют. То есть, скорее всего, это именно для этого они сохранялись. К слову, есть идеи, что и многие другие такие крошечные конечности, типа маленьких лапок там, тираннозавра, тоже могли использоваться для того же. Это прям такая популярная сейчас версия для удержания партнера. Следующий вопрос. И у китов, кстати, долго сохранились лапки тоже. Да-да. Да, следующий вопрос. Бывают ли змеи с внешним пищеварением? Ну, так, чтобы прям вот совсем с внешним пищеварением, как, допустим, у пауков, да, укусил, потом там подождал, пока там все переварится, и потом все высосал. Нет. Нет. Змеи, конечно, используют часть своей, скажем так, пищеварительной системы в виде вот этих вот ядовитых желез, которые они впрыскивают. Это, разумеется, ну, в какой-то степени является, там, так сказать, их частью их пищеварительной системы. Может быть, в некоторых из ядов есть ферменты, я не уверен, но что-то такое я слышал. То есть, возможно, что да, чуть-чуть как-то немножечко, может, уже начинает это все перевариваться, но даже не уверен, вот прям не рискну тоже говорить, что это именно так. Но, по-моему, есть такие. Но чтобы прям вот целиком внешнее пищеварение, абсолютно точно нет. Все-таки змеи едят известным нам всем образом, они натягиваются на добычу, да, проглатывают ее, и потом там, пока она проходит по желудочно-кишечному тракту, она потихонечку переваривается. И там, уверяю вас, пока пища пройдет через всю змею, достаточно времени для того, чтобы она переварилась. Никакой необходимости в внешнем пищеварении просто-напросто даже в эволюционном плане нет.
Следующий вопрос. Действительно ли существуют змеи, которые могут заползти в желудок человека, пока он спит? Честно говоря, я тебя не слышал. Вот, это для меня новость. Поэтому даже не знаю, как это прокомментировать. Пауки могут заползать в рот человека, это точно. Пауки могут, а змеи? Да, пауки могут, знаю, тараканы в уши могут заползать. Не, это ну тоже тараканы точно. Это... Вот. Да. Это понятно, да. Это немножечко. Это же другой опера. Да. Ну, насчет змей не знаю, не слышал. Мне кажется, это сомнительным, но вот что мне кажется, на самом деле, я думаю, что это не самый профессиональный ответ, поэтому не слышал, ограничимся этим. Предлагаю обратиться к Гуглу. Он наверняка что-нибудь расскажет на эту тему. Почему вестибулярный аппарат тех, кто роет, так сильно отличается от остальных? Ну, отчасти это, наверное, это связано, во-первых, с тем, что роющие животные, они немножечко перестраивают, в принципе, все свои органы чувств. И в том числе, например, многие роющие змеи практически полностью отказываются от зрения, и, соответственно, вот вестибулярка у них тоже работает немножко иначе, потому что им надо по-другому ощущать мир вообще вокруг себя, по-другому охотиться совсем. Вот. И, соответственно, надо полностью вообще жить по-другому. И второй момент, что, соответственно, роющие змеи, они не всегда, скажем так, находятся в таком же горизонтальном положении, как большинство змей. Они часто могут находиться как-то там, не знаю, боком, вниз хвостом, вверх хвостом. И, наверное, если бы они бы обладали таким же вестибулярным аппаратом, как и все прочие змеи, у них бы некоторые проблемы с головокружением бы возникали периодически. А их вестибулярный аппарат позволяет им чувствовать себя в почве комфортно. Что-то подобное наблюдается и у водных животных. У них тоже начинает вестибулярный аппарат меняться, чтобы их так вот сильно не колбасило, когда они там всякие маневры совершают. Следующий вопрос. Обладают ли змеи примитивными игровым поведением, как игуаны, например? И как вы оцениваете их когнитивные способности? Проводились ли какие-то тесты? Какие-то тесты, конечно же, проводились. Ну, когнитивные способности змей, ну, не выделяются чем-то феноменальным, скажем так, среди всех рептилий, но и с другой стороны, ни в одну, ни в другую сторону. То есть у змей есть некоторые вещи, с которыми они справляются даже лучше, чем, допустим, те же ящерицы, некоторые с которыми хуже. Вот. Про игровое поведение, опять же, не слышал. Не могу сказать, что его нет. Не слышал. К сожалению, я все-таки, конечно, не онтолог, поэтому некоторые аспекты вот современных животных, про эволюцию вот змей я как бы уже неплохо, как говорится, в ней неплохо разбираюсь, хочется верить. А вот с современными змеями я, конечно, знаю не все. Многие аспекты, но не все. Увы, ах. Не серпентолог я и даже не вот современный, как говорится, не неонтолог. Уж простите за некоторое отсутствие эрудиции в этом плане. Есть ли у змей, кроме врагов, виды нейтральные или живущие в симбиозе? Ну, нейтральных видов, безусловно, у каждого живого существа полным-полно. Ну вот, ну, например, есть змея, есть дерево. Они как бы друг другу индифферентны достаточно. Но если, конечно, змея не живет на дереве, тогда все-таки змея дерево пользу какую-то приносит. Ну и, конечно же, есть большое количество животных, которые со змеями просто находятся в параллели и практически не пересекаются. Например, есть, конечно, птицы, которые, допустим, питаются змеями. Есть змеи, которые питаются определенными птицами. Да? Но большинство птиц и большинство змей, опять же, практически не пересекаются от слова никак. Так что всяких нейтральных животных миллион. Что касается животных, которые в симбиозе со змеями, ну, чего-то такого мне вот прям в голову не приходит, чтобы кто-то прям как-то рос на змее или змея там вот с кем-то вместе, допустим, охотилась совместно.
Мне таких случаев неизвестно. Если есть какой-то уникальный один-единственный случай, там, не знаю, то, наверное, о нем можно почитать, но, по-моему, нету. Да, вот следующий вопрос повторяет про заползание змеи в желудок, но описывается такая легенда. На Кавказе есть такая легенда, что змея может заползти в желудок, пока спишь, и чтобы ее выманить, ставят кувшин парного молока. Это реальные рассказы? Я так понимаю, слушатель хочет узнать, как реагирует змея вот на парное молоко в том числе. Ну, могу сказать, что на парное молоко змея реагирует ровным счетом никак. Вот это единственное, что я могу сказать. А что касается... То есть они как раз индифферентны друг к другу абсолютно. Они существуют в разных вселенных. Змея не млекопитающая, ей молоко абсолютно безразлично. Оно ее не привлекает и не отпугивает. Ну, единственное, что, конечно же, там, не знаю, молоко вырабатывают млекопитающие, то есть в этом плане змея могла бы почувствовать просто молоко и подумать, что там какое-то млекопитающее находится, но, опять же, парное молоко в этом плане никакой пользы по сравнению с обычным молоком не несет. Да и вообще, честно говоря, нюх у змей, кстати, развит на самом деле не так уж плохо, но все-таки это не ее главный орган чувств, на который она ориентируется. Вот, ну, в общем, с парным молоком не взаимодействует она никак. Сколько лет жили древние змеи? Не уточняются, какие, правда. Ну, данных нет. То есть, в принципе, как бы таких исследований по определению возраста древних змей нет. Ни в одной статье, вот, которую я читал, никто не пытался определить их возраст. Я подозреваю, что, наверное, жили они примерно так же, как и современные змеи, то бишь по-разному на самом деле. Потому что они были очень тоже разные, они были разного размера, они жили в разных экологических нишах. Я бы не думал, я бы удивился, если бы все они жили, там, не знаю, четко по 10 лет. Да. Были ли древние существа, которые приманивали добычу, как, например, глубоководный удильщик? Чтобы змеи кого-то приманивали. Ну, вообще есть, конечно же, случаи, когда змеи кого-то приманивают, но я не могу, опять же, сказать в плане того, когда это могло появиться, вот, какой вот длинный эволюционный смысл, какая длинная эволюционная история, но факт того, что змеи могут приманивать какую-то добычу, есть. Самый, пожалуй, что такой известный случай, это змеи и лягушки. Вот, например, я уверен, что многие слышали такую легенду, как раз раз у нас тут разговор про легенды зашел, что змеи могут, вот эти удавы в первую очередь, да, они могут гипнотизировать животных, вот особенно лягушек. Что вот они смотрят на лягушку, лягушка смотрит на удава и начинает медленно к нему идти, подползать вместо того, чтобы убегать, и в итоге буквально заползает удаву в пасть. Да, есть такой миф. Но он, опять же, не соответствует действительности. На самом деле, это как раз тот случай, когда змея приманивает специально животное при помощи одной из своих частей тела, а именно с помощью языка. Она шевелит языком. Как известно, амфибии видят движущиеся предметы. Очень похоже вот это вот шевеление языка в представлении амфибий на какую-то мошку. И в итоге лягушка начинает охотиться на мошку, она к ней подползает, ну и в итоге сама же становится обедом. Вот, пожалуйста, вам хороший пример того, как животные могут приманивать других. Вполне себе, как удильщик. Бывают ли змеи, которые меняют свой цвет? Так, змеи, которые меняют свой цвет. Ну, есть змеи с довольно интересной окраской, такой яркой, иногда даже переливающейся местами, но чтобы прям вот как у хамелеоны изменять цвет в течение, там, не знаю, короткого времени, иметь какие-то для этого специальные структуры, нет, такого нет. Окраска, конечно, очень разная. Как среди змей возник каннибализм? Змеи, которые начали поедать других змей? Да, нормально возник, так же, как и у всех других животных.
Это, в принципе, нормальная стратегия на самом деле. Вот. А, как это? Если тебя раздражает сосед, съешь соседа, да? Ну, известный же такой, кажется. Не, неизвестный сценарий. Но на самом деле, я, конечно, шучу отчасти, но лишь отчасти. Но действительно, каннибализм очень широко распространен среди животных, причем среди самых разных животных. И больше того, некоторые животные, которые как бы в отдельные моменты кажутся вообще не способными, не склонными к каннибализму, вдруг начинают проявлять способности к каннибализму. Оказывается, что просто для этого нужны были определенные условия. Ну, например, нехватка пищи. И тогда можно, как говорится, уже начинать поедать себе подобных. А у змей я в этом плане не вижу какое-то радикальное отличие змей от каких бы то ни было других живых существ. А змеи тоже могут поедать себе подобных вообще без проблем. Тем более, что у них как-то нету глубинных, там, не знаю, чувств ни к, не знаю, своему партнеру, не к своим детям. Поэтому, в принципе, они могут, да, съесть, там, допустим, каких-то маленьких детенышей, даже, там, допустим, своих, если на них наброситься. Вот. А в этом плане у них интеллект не настолько сильно развит, чтобы какие-то там испытывать эмоции по этому поводу переживания. Змея ест все, что может съесть. Вот и все. И если это другая змея, почему бы нет? Но вот насчет, кстати говоря, каннибализма, может быть, это не так широко распространено среди змей. А вот змеиядные, это вообще просто нормальная тема. То есть многие змеи, прям есть даже прям змеи, которые целенаправленно только змеями и питаются. И в этом ничего, как говорится, опять же нет. Ну вот млекопитающие, которые едят млекопитающих, вас совершенно не смущают, а таких как бы много. Мы, например. А почему змеи стали хищниками? Я думаю, что змеи не становились хищниками. По крайней мере, все, что мы знаем об их эволюции, показывает, что они были хищниками. Почему стали хищниками какие-то их далекие предки, причем, скорее всего, предки еще, не знаю, на уровне рыб, это уже другой разговор, об этом можно подискутировать. Но, скорее всего, вот, по крайней мере, как мне видится эта картина из тех знаний, которые у меня есть, змеи изначально были хищниками. Больше того, предки змей, токсикоферы какие-то, вот эти ящерицы подобные, были хищниками. Зубы у них вполне себе хищных животных. Скорее всего, их предки, судя по всему, были тоже хищниками, даже вот плоть, если мы будем отматывать эту историю до самой первой рептилии. Их предки, скорее всего, тоже были хищниками, и вот я уже действительно, как бы это не пошутил, эта вся история проматывается вплоть до рыб. И рыбы тоже были хищниками. Вообще, в принципе, хищники очень часто являются такими первооткрывателями. То есть именно хищники, собственно говоря, изобретают какую-то новую форму, новую, не знаю, новый какой-то орган и так далее, для того, чтобы кого-то есть. Вот, например, челюсти изобрели, например, которые я уже сегодня вспоминал, тоже не для того, чтобы травку жевать, а для того, чтобы охотиться изначально, да. Допустим, на сушу вылезали тоже не травоядные животные, всякие эти тикталики с ихтиостегами, это были вполне себе хищники. Ну и так далее. И, в общем, в какой момент не посмотришь, что, в общем-то, оказывается, что хищники являются такими новаторами. Вот. А если учесть, что у нас вся эволюция идет как бы такими новаторствами и какими-то новыми необычными преобразованиями, то получается, что в целом у нас вот такой вот очень длинный выстраивается рядочек прямо таких хищников. Вот. Ну, мы, можно сказать, в этом плане даже ближе к исключению из этого общего правила, потому что все-таки среди наших предков было некоторое количество приматов, таких практически чисто фруктоядных. И последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о виде гремучих змей. Как такой орган мог развиться, в каких регионах обитают, и сильно ли они шумят, и они опасны? Орган, как который, это, видимо, у гремучих змей. Этот вопрос очень интересный, я бы тоже хотел бы знать на него ответ, но, увы и ах, эволюция гремучих змей нам пока очень мало известна. И к тому же вот эти вот органы, они не сохраняются в ископаемом состоянии, поэтому мы не знаем, как шел их эволюционный путь. То есть мы можем подумать, сделать какой-то такой брейнштурм, вот, но не более того. Увы, мы эту историю не знаем, как это все происходило.
Что касается того, насколько сильно они шумят, ну, это слышно. Я не знаю, я, опять же, в децибелах я вам ничего не скажу. Ну, как бы, если где-то в кустах вы будете идти по лесу, и там начнет гремучая змея на вас греметь по гремушке, вы это абсолютно точно услышите. То есть, конечно же, там, не знаю, наверное, слоны-то уж ревут погромче, чем гремит змея. Но, по крайней мере, с шипением это вполне сопоставимо, и даже, на мой взгляд, это более громкое, на самом деле, такое вот звуковоспроизводство. Наши слушатели разные просят рассказать про птиц и ящеров, козочек и лосей, про их эволюцию. Вот такие разные виды. Лоси, козочки и кто? Птицы. Птицы-ящеры? Да. Вот там. Это вот прямо даже интересно, о чем идет речь. Это птерозавры имеется в виду, или имеется в виду и про птиц, и про ящеров, и побольше-побольше? Ну ладно, любопытно. Хотелось бы все-таки узнать бы получше, кто такие птицы-ящеры. Ну вот, будет чем заняться, как говорится, на досуге. Ну что ж, дамы и господа, я так понимаю, что на этом мы уже заканчиваем ответы на вопросы. Спасибо вам большое за ваши вопросы, спасибо вам большое за то, что послушали. Я надеюсь, что некоторую интересную информацию вы от меня услышали. Я, по крайней мере, старался сделать так, чтобы лекция была максимально интересной. Особенно я надеюсь, что вы, так сказать, еще больше стали интересоваться змеями, потому что это действительно абсолютно уникальная группа живых организмов. И я очень надеюсь, что вы все-таки, хоть немножко применив способности нашего мышления, сможете преодолеть вот это вот природное, даже генетически заложенное, может быть, отвращение и вот страх перед змеями, и проявите к ним большой интерес, и с большим интересом будете хотя бы в зоопарках там за змеями наблюдать. Может быть, и в дикой природе, но только желательно с расстояния. Вот. Ну или, по крайней мере, будете интересоваться всякими новостями и всякими интересными биологическими факторами, которые можно найти на просторах сети, а также в энциклопедиях. Ну и что еще могу сказать, дамы и господа? Ну, как вы поняли, если вдруг кто-то не знал, идет у нас такой замечательный курс лекций «Динозавры и не только». По довольно забавному стечению обстоятельств про динозавров у нас была буквально, по-моему, одна лекция. Все остальное у нас идет сплошное, не только. И даже вот сегодня что-то никто про динозавров не попросил. Видимо, динозавры, про динозавров все уже и так все знают. Но ничего, я уверен, что мы к ним когда-нибудь еще вернемся. В любом случае, каждую неделю по четвергам, по понедельникам в 4 у нас по Москве идет, соответственно, этот курс. И я не знаю, пока еще не могу сказать точно, следующая лекция будет идти так же, как сегодняшняя, вот, в открытом доступе, и будет собирать ваши донаты. Я, кстати, надеюсь, кто-нибудь что-нибудь там нам на Новый год прислал. До Нового года еще далеко. Но зима уже пришла. Но собирать-то надо все-таки уже, так сказать, на подарочки-то. Вот, ну, а также на продолжение курса лекций. Вот, и... Если все-таки не будет это происходить в таком формате, то это будет, значит, происходить в том формате, в котором происходило и до этого уже на протяжении нескольких недель. То есть будет закрытый формат, на который можно будет купить билетик и, соответственно, поучаствовать, послушать лекции. Вот, слушателей было пока не беспредельно много, места абсолютно точно еще есть, так что присоединяйтесь, я лично буду очень рад. Вот. Ну и, пользуясь случаем, я еще, наверное, хотел бы пару слов сказать про проект, над которым я сейчас активно работаю. Это 3D-динопедия. Вы, кстати говоря, если там потом будете просматривать видео, обратите внимание, на одном из слайдов как раз про Титанобула там моделька из этого проекта была, промелькнула. Это 3D-энциклопедия динозавров и не только. Существует она в виде сайта, а также, собственно, основное, как говорится, со всеми там плюшками и прочим, в виде приложения для системы iOS. Так что, если у вас есть устройство iOS, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с 3D-динопедией. Там и 3D-модельки, вот, там и 3D-модели не только животных, но и растений, и землю можно посмотреть, и куча информации интересной найти. И, кроме того, проект развивается, и скоро там будет много чего интересного, например, маленький спойлер, скоро можно будет услышать звуки разных животных. Так что будет там тоже интересно. Ну что же, спасибо всем, кто меня послушал. Всем желаю отличного настроения. И, конечно же,
не теряйте интерес к науке. А на мой взгляд, палеонтология одна из самых интересных наук. Всем пока!